Владимир, Евгений, я вас поздравляю. Наша программа теперь стала и семейной, потому что на сцене целые семьи. Встречайте, Завадская Мария и Завадский Евгений. Поселок Дымер, Киевская область. Встречайте. Мария, Евгений, здравствуйте. Мария, вы учительницей работаете в школе? Не, я дома. Да, просто дело в том, что вы когда зашли, вы сказали: «О, класс!» Мне почему-то показалось, вы учительница. Нет? Здрасте. Ну так, дома подрабатываю на своих детях. А сколько их у вас? Трое. Ой, молодцы какие. Да. Евгений, Марина, а расскажите немножечко о поселке, о своем. Село как село. Люди как люди. А сколько вот проживает там человек? Нет, человек сколько там? Мы не считали особо. Ну сколько? Ну 20 или 2 тысячи? Да нет, это 9 или 11 тысяч. А, 9 или 11 тысяч. Угу. Хорошо. А чем вы занимаетесь в селе? Я работаю. А кем вы работаете? Охранник. Вы охранник? Да. Какой есть его такой охранник? Мария, Евгений, скажите, пожалуйста. Это ваш муж? Это семья, конечно. Это ваш муж, и вы говорите, какое село, такой охранник? А, не, ну это я рад, что вы как бы нормальное чувство юмора у вас. А что вы охраняете? Как что, село? Село. Мария, Мария Николаевна. Мария Николаевна. Тут одна небольшая проблема. Я вам объясню. У нас, к сожалению, есть анкета. И мы кое-что видим то, что не видят зрители. И тут написано, как называют вас друзья. И тут написано Джон и Мэри. Простите. Простите. Ладно, все, хватит смеяться. Джон. Ну, ребят, ну серьезно, давайте соберемся. Да ни хрена мы не соберемся. Джон, скажите, пожалуйста. Ой, хорошо. Ребят, но... Ничего не хорошо. Джон, Мэри, скажите, ребят, а как вам вот пришла в голову идея приехать к нам на передачу? Ну вот первый, кто из вас сказал? Мэри, вы или... Нет, это была моя идея. Да? Ну то есть вы... Ну как это было? Это был вечер, либо ночью там, или утром проснулись, утра осенило. Вот помните эту ситуацию? Утром. 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 То есть утром проснулись. Не смешно. Да? Решили как-то развеселить жизнь. Вы будете шутить, да? Да. А вы эти шутки сами придумали? Да. Да? Удачи желаю. Киевская область, село Дымер. Завадская и Завадский Джон и Мэри. Первая минута пошла. Песня про ляжка. Плюгают, плюнают, ляжко сибычи. Тим простому там народу вылобеньки пичи. Ой, тюх-тюх, тюх-тюх-тюх, там ляжко сбивали. Есть! 1000 гривен у вас уже есть. Я прошу успокоиться сейчас зал. Дорогие друзья, спокойно, потому что здесь надо продолжать. Ребята, идем дальше? Да. Вторая минута пошла. Песня про обид. Ой, що ж то за шум учинився, що Зеленський без обіду залишився. Та глядь, кошовий витер личко, личко в салі, от зараза, гарна пичка. Пісня
Протягни бока. Тягни Юлю, тягни бока, тягни Шуфрича і Вока, тягни вила, тягни воз, Болюшку привіз на воз. Пісня про Даї. Як я малим збирався у Даї, піти у світ, якісь там шляхами. 5000 уже есть. И я хочу спросить главу семьи, Мария. Мы идем дальше? Не, мы идем туда. Ребята, забирайте 5000 гривен, вы заработали. Мы вас с этим поздравляем. Сделай, чтоб парень смеялся, рассмеши. И под столом валяться, рассмеши. Свежного. Пусть намочат колготки, рассмеши. Свежного. Но только не используй щекотки. Это гениально. Это невозможно придумать. Гениальность их в том, что они вовремя ушли. Вот это, да, молодцы. Вот это молодцы. Я выяснил. Я выяснил. Образование Мэри... у него музыкальное. Это слышно. Но Джон и Мэри — это гениально. Это все. Это вынос мозга. Как вас называют, друзья? Друзья. В селе Дымер. Доброго дня. Джон, Мэри дома. Заходьте. Да. Нам дуже сподобалось виступати у вашій програмі. Спасибо вам велике.